Привет всем! Давайте сегодня испечем пирожки с творогом, но они будут очень необычные. Почему, увидите сами. Тайну раньше времени раскрывать не буду. И начнем мы пирожки с начинки. Берем 450 грамм творога, ну лучше такого густого зернистого. И пару яичек, я надеюсь, нам хватит. Отделяем белок от желтка. Белок отправляем к творогу, а желток отдельно. С желтком мы потом будем смазывать уже пирожки непосредственно перед тем, как их поместить в духовку. И к творогу добавим, ну не знаю, штук 6-7, а если кто-то любит и послаще, 8 столовых ложек сахара. А теперь все тщательно размешиваем. Начинка для пирогов готова. А сейчас возьмемся за тесто. Смотрите, как необычно. Берем полстакана томатного сока. Добавляем к нему одно яйцо. Помешаем. Сюда же добавляем 100 миллилитров растопленного масла. Если пироги у вас не сладкие, то добавьте одну столовую ложку сахара. Если сладкие, то побольше. Можете даже для сладкоежек до стакана. А я вот добавлю штук 7 столовых ложек сахара. Чайную ложечку разрыхлителя. И потихонечку добавляем 2,5 стакана муки. И сейчас можно смело вымешивать тесто на столе. Вот такое замечательное мягкое пластичное тесто получилось. И сейчас мы уже непосредственно приступаем к лепке пирожков. Раскатали лепешечку, но не сильно тонко. Это же у нас не дрожжевое тесто. Положили начинку и слепляем. Вот такие пирожки у нас будут получаться. Поехали дальше. А сейчас перемешаем желтки и смажем пирожочки сверху. Ставим в разогретую духовку до 170 градусов. Минут на 20-25, я думаю, пирожкам этого будет достаточно. 25 минут и пирожки готовы. И хоть они ужасно горячие, но мне не терпится посмотреть, какие они, и попробовать на вкус. А они получились вот такие вот жизнерадостные, желто-оранжевенькие, с белой творожной начинкой. Сладкие, рассыпчатые, даже немножко хрустящие. Главное, они делаются очень просто и быстро. Понравились такие пирожки? Ставь лайки, подпишись на канал, если не подписался. И до новых встреч!